Здравствуйте, в эфире новости на телеканале CBC, в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Нет никакой так называемой жестокой блокады. Об этом написал в своем твиттер-аккаунте старший научный сотрудник Кудзоновского института, известный американский политолог Майкл Доран. Он сопроводил публикацию видеокадрами с беспрепятственным проездом машин скорой помощи и Красного Креста по участку Лачинской дороги в Ханкенди и обратно. Девятые сутки продолжается акция протеста экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди в Карабахе. Азербайджанцы по всему миру выражают демонстрантам свою безоговорочную поддержку. Переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время не состоятся, заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. По его словам, необходимо сделать все возможное для разработки мирного решения до конца 2023 года. Сообщение Министерства обороны Азербайджана. Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гюнюшли, является абсолютно ложной. Оборонное ведомство категорически опровергло информацию, распространенную Министерством обороны Армении. В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с заместителями командиров объединений, соединений, воинских частей и начальниками артиллерии. В учебных пунктах, развернутых в полевых условиях, оцениваются знания и умения офицеров, выполняются действия по подготовке артиллерийских подразделений к стрельбе и к практическому выполнению огневых задач. Основной целью сборов является дальнейшее совершенствование навыков командного состава по управлению подразделениями, а также навыков оперативной и штабной подготовки. Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Лачин-Ханкенди продолжается уже вторую неделю. Демонстранты выступают за организацию мониторинга месторождений государственными структурами Азербайджана и требуют встречи с командующим российского миротворческого контингента. Принимающие участие в мирной акции экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты демонстрируют стойкость духа и решимость. Съемочная группа телеканала CBC освещает ход акции. И сейчас на прямую связь со студией выходит моя коллега Эльмира Мусазаде. Эльмира, еще раз здравствуй. Вот как ты ранее сообщала, что несмотря на ухудшение погодных условий, акция продолжается. Вот что происходит сейчас на месте проведения акции? Но акция продолжается. Это главное событие, главное происшествие. Действительно, девятый день подряд азербайджанские активисты продолжают выражать свой протест против незаконной эксплуатации азербайджанских природных ресурсов. Более того, несмотря на снежную, морозную погоду, мы видим, что количество протестующих не уменьшается, наоборот, увеличивается. Вот они сейчас стоят позади меня, у них в руках, так же, как и предыдущие дни, плакаты с надписью «Вот экоцид нет, мониторинг да». Они призывают сохранить природу, призывают сохранить Карабах, его окружающую среду. А помимо этого призывают остановить незаконную эксплуатацию природных ресурсов в Карабахском регионе страны, где временно дислоцированы российские миротворческие силы. При этом, несмотря на то, что требования довольно серьезные, акция носит мирный, гуманитарный характер. И вот, что в очередной раз подчеркивают, такие вот песни и танцы, которые здесь периодически проводятся. Здесь очень часто звучат песни азербайджанских классиков, композиции азербайджанских действительно великих музыкантов, в том числе и те, которые знакомы всем с постсоветского пространства, в частности, песня Муслима Магомаева «Синяя вечность», я думаю, знакома каждому с пространства СНГ. Ну вот, при этом, говоря про приверженность к мирным протестам и непосредственно гуманитарным целям, можно сказать о том, что
только за эти несколько дней, что проходит эта акция, наша съемочная группа неоднократно становилась свидетелем того, как отсюда проезжали колонны российских миротворческих сил, временно дислоцированных в регионе, проезжали абсолютно беспрепятственно. Помимо этого, вот буквально сегодня проехали две кареты скорой помощи по Лачинской дороге в сопровождении машины Международного комитета Красного Креста. Также проехали абсолютно беспрепятственно. Эти кадры можно увидеть. Они есть и везде в интернете, и канал CBC показывал их неоднократно. А пару дней назад отсюда пешком прошла семья одного из миротворцев, временно дислоцированных в регионе. И можно на кадрах даже заметить, как помогают пройти эту дорогу, учитывая то, что там были маленькие дети, была коляска, и азербайджанская сторона, наоборот, оказывала все возможное для того, чтобы помочь вот этой семье, которая хотела перейти эту дорогу. Но вот действительно, эти акции, такие вот протесты азербайджанских экоактивистов, они носят именно гуманитарный характер. Об этом свидетельствуют в том числе и высказывания экоактивистов, которые заявляют о том, что они ничего не имеют против гражданских армян, которые живут в Карабахе, живут в Ханкенди. При этом они выступают против преступного режима, против сепаратистского режима, который сейчас располагается в зоне временной дислокации российских миротворческих сил. И вот здесь вот нужно отметить, что в том числе акция является гуманитарной, исходя из ее вот базовых требований и, по сути, предназначения. По сути, если мы говорим про сохранение природы, про сохранение экологии, то здесь вот нужно отметить, что природа, она не может быть избирательной, и если наносится вред экологии, к примеру, в Карабахском регионе Азербайджана, то так или иначе страдает весь регион, а не только Азербайджан, не только, в частности, Карабахский регион. И поэтому здесь азербайджанские активисты думают о будущем всего региона, в том числе, к слову говоря, и Армении. Ведь мы знаем, насколько тесно связаны соседние страны. Если вспомнить элементарно ситуацию с трансграничными реками, к примеру, река Охчичай, которая загрязнялась на протяжении 30 лет конфликта, туда с территории Армении сливались химические отходы, которые затем протекали уже по территории Зенгилана. И азербайджанские экологи смогли увидеть это, смогли уже провести экспертизу этой ситуации после того, как были освобождены от оккупации исконно азербайджанские земли. Соответственно, вот здесь вот на этом ярком примере мы понимаем, насколько связаны природные ресурсы, насколько связана экология. И здесь, когда мы видим, что в том числе и дети рисуют какие-то картины в знак поддержки этих протестов, в знак поддержки лозунгов, которые здесь в эти дни скандируются, мы видим, что эта ситуация беспокоит действительно не только взрослых людей, но и в том числе самых маленьких представителей гражданского общества, которые, вот наша съемочная группа раньше показывала, которые рисуют картинки, которые говорят уже в таком маленьком возрасте, они понимают, что нужно беречь экологию, ведь в будущем именно им придется сталкиваться с последствиями такого вот разграбления природных ресурсов, незаконной эксплуатации и, к слову говоря, неправильной эксплуатации, ведь мы знаем, что к примеру, эксплуатации месторождений Газалбулах и Дамерли в том числе вырубались леса, в том числе производились действия, которые негативно отражаются на природе и окружающей среде всего этого края. Поэтому эти акции длятся уже 9-й день, поэтому азербайджанские экологи без устали повторяют одно и то же, без устали повторяют, что необходимо сохранять природу, таким образом сохраняя жизнь себе, и это лежит в основе тех ценностей, которые сегодня так ярко выражены в азербайджанском обществе. Ведь такая активность экологов и экоактивистов, она действительно неудивительна. Можно вспомнить субботники, которые периодически проводятся, в частности, к примеру, по очистке берега Каспийского моря. Либо же можно привести в пример, как очищается тот же самый берег Каспийского моря в азербайджанском секторе Каспийского моря от нефтяных отходов. Мы знаем, насколько богат нефтью Каспий, но вот в некоторых местах, специально разрешенных для этого, конечно,
можно даже ловить рыбу на Каспии, что говорит о том, что за последние года действительно очень сильно меняется экология в лучшую сторону. К примеру, вот жители и гости Баку могут знать, что черный город, который населенный пункт, который раньше назывался черным городом в столице Азербайджана, сейчас переименован в белый. Это не случайно. Это говорит о том, что Азербайджан действительно привержен таким экологическим акциям. И даже если посмотреть на, к примеру, те заявления и те действия, которые предпринимаются в разработке альтернативных зеленых источников энергии, в частности, то, что Азербайджан будет передавать зеленую энергию, в том числе и странам европейского континента, я думаю, здесь вот четко понятна позиция Азербайджана по этому вопросу и то, почему экологи так массово и так действительно масштабно проводят эти акции и выражают свой протест, отстаивают свою позицию. Ну вот и в завершение я хотела бы добавить еще пару слов по поводу Лачинской дороги. Сейчас мы сталкиваемся с огромным количеством фейков о том, что дорога якобы закрыта, хотя наша съемочная группа в том числе неоднократно становится ярким свидетелем того, что это явно не так, ведь передвигаются как колонны, так и, к примеру, машины скорой помощи, которые мы уже видели дважды. Но вот здесь вот нужно отметить, что сами армяне, которые проживают в Ханкенди, они очень часто пишут в социальных сетях о том, что именно лидеры сепаратистского режима не выпускают их и не дают им возможности проехать по Лачинской дороге, ведь они прекрасно понимают, что если проедет один человек, то их миф, и азербайджанцы, безусловно, его пропустят, то, так как мы видели, в принципе, это на протяжении всех этих 9 дней, то миф о том, что якобы дорогу перекрыли азербайджанцы, будет разрушен, и, соответственно, вся эта популистская риторика сойдет на нет. А помимо этого, вот коллеги в том числе заметили, что, выступая в социальных сетях, лидер сепаратистского режима в Карабахе, Рубен Варданян, это миллиардер из России, который отказался от российского гражданства, он заявил о том, что дорога не закрыта, однако она может быть закрыта в любой момент, ведь азербайджанцы там, и якобы они будут препятствовать передвижению гражданских лиц. Ну, то есть вот здесь уже налицо такой факт того, что азербайджанцы не перекрывают дорогу, азербайджанская сторона не создает никаких препятствий, и об этом в том числе и, так скажем, проговорился и так называемый лидер сепаратистов. Наша съемочная группа в том числе становится свидетелем того, как наоборот, азербайджанская сторона обращается с призывами к российским миротворческим силам, которые временно дислоцированы в регионе, а также к армянскому населению, проживающему в Карабахе, о том, что как медики, так и другие соответствующие структуры готовы оказать любую необходимую помощь всем нуждающимся. Ведь медицина, гуманитарные акции, они не знают границ, они не знают национальностей, хотя если рассмотреть в целом Азербайджан, то это одна из самых многонациональных стран, и все народы и все национальности живут в Азербайджане в мире и согласии, так же, как и представители, к слову, всех религий и религиозных конфессий. Соответственно, вот с этими фейками, к сожалению, мы сталкиваемся довольно часто, однако вот можно найти опровержение таким фейковым заявлением и дезинформацией, в том числе и в телеграм-каналах. Телеканал CBC активно ведет свою страничку, поэтому, пользуясь случаем, хотела бы пригласить наших зрителей, в том числе отслеживать новости, которые публикуются на этом канале. Помимо этого, есть также канал «Стоп Экоцид», где публикуются самые последние новости, связанные с митингами, которые проходят в эти дни на дороге Шуша-Ханкенди. Там также публикуется самая оперативная, самая последняя информация. Поэтому все, кто хотят узнать самую объективную информацию о том, что происходит, вот очень советую подписаться. Большое спасибо, Эльмира. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Эльмира Мусазаде. Продолжаем наш выпуск. Омбудсмен Азербайджана прокомментировала ситуацию на дороге Ханкенди-Лачин. Сабина Алиева призвала избегать предвзятых подходов, воздержаться от распространения не отражающих истину публикаций иностранных СМИ и институтов гражданского общества. Она также подчеркнула, что из регулярных прямых трансляций на телеканалах, а также роликов в соцсетях видно, что дорога на самом деле открыта. Сабина Алиева напомнила о цели акции, которая направлена на предотвращение незаконного
незаконной эксплуатации и разграбления Армении природных ресурсов на территории Азербайджана. Представители азербайджанской общины Германии провели мирную акцию протеста в Берлине. Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана. Акция, проводимая активистами неправительственных организаций и молодежью Азербайджана в Карабахе, на дороге Лачин-Ханкенди нашла понимание во всем мире. Азербайджанцы, проживающие в Германии, продемонстрировали поддержку азербайджанским экоактивистам и волонтерам, которые выступают против незаконной эксплуатации армянскими сепаратистами природных ресурсов Азербайджана. Они призвали правительство Армении соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В то же время в США организовали пропагандистскую кампанию в поддержку акции, проходящей на дороге Лачин-Ханкенди. Агитационные постеры были выставлены на площади Таймс в центре Нью-Йорка. В то же время иностранцам, проходящим через этот район, раздавались информационные брошюры, где были отражены цели акции. Тему продолжим с нашим гостем Расимом Усабековым, депутатом парламента Азербайджана. Расим Элем, добрый день. Добрый день. Мирная акция азербайджанских экоактивистов продолжается уже 9-й день. Участники не намерены отступать, пока не будут выполнены их требования. В свою очередь, Армения, пользуясь случаем, продолжает вводить мировое сообщество в заблуждение. Необоснованные заявления МИД Эстонии, Нидерландов, Литвы о том, что Азербайджан якобы блокировал дорогу. Но при этом машины Международного комитета Красного Креста, гражданские автомобили и кареты скорой помощи беспрепятственно проезжают. Вот почему мировое сообщество так легко идет на поводу дезинформации? Ну, это первый раз, разве? Ну, мы наблюдаем, что в отношении армян проявляется постоянно какая-то, ну, чрезмерная и снисходительность, и готовность поощрять любые их выходки, в том числе и самые противозаконные. Но пусть свою обеспокоенность выражают или не выражают. Ну вот Литва свою обеспокоенность выразила, и я смотрю, уже, в общем, на это даже как-то жестко отвечают. Надо сказать, что ваша обеспокоенность нас совершенно не беспокоит. Можете продолжать обеспокаиваться. И что дальше? Что это изменит? Есть законные требования Азербайджана. Есть законное право азербайджанского гражданского общества выражать протест против незаконной, можно сказать, грабительской эксплуатации азербайджанских природных ресурсов. И хотят этого армяне и покровительствующие им силы в мире, не хотят, законными требованиями Азербайджана они будут вынуждены считаться. И нас на, скажем, такой политико-дипломатический испуг не взять. Расим Элем, вот по вашему мнению, почему Армения так упорно пытается преподнести данную ситуацию в другом свете? Ну что, они хотят фактически, не скрывают, что после того, как они проиграли Вторую Карабахскую войну, они в принципе хотят, чтобы вот на этом участке, который сейчас там 3000 квадратных километров, которые сегодня, ну как бы безопасность передана под контроль российских миротворцев, чтобы все оставалось, как было раньше. Не действовали азербайджанские законы. Чтобы здесь была армянская налоговая, таможенная, в общем, все было как прежде, то есть эта часть Азербайджана, как бы, ну и с молчаливого согласия Азербайджана, будет армянским оклавом на нашей территории. Не будет этого. И в этом смысле они, ну, любые попытки азербайджанских, государственных структур установить порядок в соответствии с нашим законодательством, воспринимают как собственное поражение. Здесь даже вопрос не только в том, что они не смогут извлекать из продажи наших природных ресурсов, разграбления наших природных ресурсов для себя какие-то дивиденды. Вопрос заключается для них, что если они полагают, что уступят азербайджанскому требованию, это фактически будет означать, что да, карабахские армяне признают государственный суверенитет Азербайджана на этой территории. Поэтому они все сводят
какой-то, скажем, гуманитарной катастрофе, которой в действительности нет. Ну, задействовали все свои пропагандистские ресурсы и пытаются оказать давление на Азербайджан. Они не понимают, что Азербайджан за 30 лет, борьбы с попытками аннексировать азербайджанские территории, осуществить экспансию на азербайджанскую территорию незаконную со стороны Армении, у нас уже нервы крепкие, и мы к их фокусам давно уже внутренне готовы. Уверен, что мы в той части, которая касается права Азербайджана, ни на йоту не отступим. Расим Алим, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, на прямой связи со студией был Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Продолжаем наш выпуск. Кареты скорой помощи, свободно передвигающиеся из Ханкенди в Армению и обратно, показатель того, что нет никакой так называемой блокады Лачинской дороги. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал старший научный сотрудник Гудзоновского института, известный американский политолог Майкл Доран. Он сопроводил публикацию видеокадрами, где видно, как машины скорой помощи и Красного Креста беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге в Ханкенди и обратно. Вот такая вот жестокая блокада, отметил Доран. Разве в Ханкенди нет врачей? Врачи скорой помощи могут приехать только из Армении. Так я вам и проверил. Эти неотложки – большое шоу для недалеких людей. Мы с вами это знаем, написал он. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зайс прокомментировал ситуацию в Карабахе. Речь идет о мирной акции азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин, сказал он. Зайс в очередной раз напомнил, эти территории не входят в зону ответственности военной организации. Генсек ОДКБ вновь поставил на место Армению, считает российский политолог Евгений Михайлов. По его словам, армянские реваншисты, несмотря на многочисленные отказы, все еще надеются, что военный блок будет потакать захватнической политике Еревана. В Армении, на мой взгляд, все продолжается сильнейшая политическая турбулентность. То мы видим факельные шествия, которые направлены против России, то заявления армянских политиков оппозиционных о том, чтобы Россия уходила. И сейчас вот эти вот выступления по поводу ситуации на Лачинской дороге и призывы к ОДКБ о том, чтобы оно вмешалось в ситуацию, они не имеют под собой никаких политических обоснований. Россия не поддастся ни на какие провокации. И заявление ОДКБ о том, что зона Лачинской дороги не является зоной ответственности этой организации, говорит о многом. И прежде всего о том, что Армению в очередной раз поставили на место. И намекнули на то, что не нужно втягивать военную организацию в решение проблем, где не затрагиваются интересы самой Армении. Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря. Об этом, как передают российские СМИ, сообщил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Он также выразил надежду на то, что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству. Предыдущее подобное мероприятие проходило 7 октября этого года, тоже в культурной столице России. Азербайджан выступает за продолжение сотрудничества с государствами-участниками СНГ на двусторонней основе. Наряду с этим страна заинтересована в сохранении этой организации в качестве платформы для диалога. Министерство иностранных дел Литвы и Эстонии выступили с заявлениями, в котором выразили обеспокоенность в связи с событиями на дороге Ханкенди-Лачин, где с 12 декабря продолжается акция азербайджанских экоактивистов. О причинах этих заявлений, которые основаны на фейковых сообщениях армянских СМИ, расскажет мой коллега Мурат Ахундов. Мурат, здравствуй. Ну вот расскажи, в чем же истинная причина? Добрый день, Лидия. 3 дня назад Министерство иностранных дел Литвы выразило, цитата, «глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся блокадой Лачинского коридора» и подчеркнуло, что это чревато серьезными гуманитарными последствиями для Карабаха.
По мнению прибалтов, подобные действия не только препятствуют свободному передвижению, но и подрывают весь мирный процесс на Южном Кавказе. Данное заявление МИД Литвы выглядит достаточно странным, учитывая то, что летом нынешнего года посол в Азербайджане Эгидиус Навикас сказал, что литовские компании могут быть задействованы в участии в восстановительных работах в Карабахе. Особенно учитывая тот факт, что Азербайджан планирует создать зеленую зону и построить в этих регионах умные села и города. А страны ЕС, включая Литву, имеют довольно хороший опыт в этих областях. Тем не менее, армянские фейки, распространяемые СМИ, видимо, не прошли мимо внешнеполитического ведомства, и свойственным дилетантством они подхватили эту информацию и поспешили заявлением. Это еще раз подчеркивает, что Министерство иностранных дел считает акцию безоружных мирных экоактивистов блокадой Карабаха. И это несмотря на то, что дорога полностью открыта для мирных граждан, проживающих в Ханкенде, Ахдаре и Ходжавенде, а также в других населенных пунктах, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Данное заявление не осталось, конечно же, и без внимания МИД Азербайджана. В ведомстве отметили, что прежде чем сделать такое заявление, Министерство иностранных дел этой страны должно изучить тему, которую оно затронет, и иметь хотя бы элементарные знания. По словам пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизада, если в Литве подойдут к вопросу объективно, то мирная акция, проведенная группой представителей гражданского общества, не может быть причиной блокады Карабаха. Странно, конечно, слышать такое от стран, с которыми у нас завязались, в общем-то, достаточно тесные партнерские взаимоотношения, и официальные лица которых неоднократно бывали в Азербайджане и заявляли о поддержке территориальной целостности нашей страны. Литва и Эстония – это, можно сказать, новые члены Европейского Союза. Возможно, они находятся под влиянием определенных политических сил этого континента, этой структуры. И возможно, что на них оказывают давление достаточно влиятельные армянские лоббистские круги. В этом, я думаю, сомневаться уже нам не приходится. Но они не должны забывать о том, что сепаратизм – это страшное явление, опасное явление. И никто не застрахован от такого явления в своих странах. Конечно же, это не первый скандал, связанный с литовскими дипломатами. Достаточно вспомнить историю с послом этой страны в Азербайджане Артурусом Юраускасом, когда в 2013 году в социальных сетях была распространена аудиозапись его телефонного разговора с заместителем директора департамента политики Восточного партнерства МИД Литвы Зенонасом Куматайтисом. Во время беседы представитель МИД Куматайтис сказал, что с человеческой и религиозной точки зрения Армения ближе к Литве, потому что они тоже христиане. Это означает, что в МИДе этой страны подходят к таким вопросам не через призму международного права и справедливости, а через призму, присущему средневековью религиозному принципу. Хотя в самой Литве по сей день отношение к другим христианским народам, в том числе и русским, второсортное. Фундаментальные права русской общины нарушены, у них нет возможности обучения на родном языке, а все культурные центры русских в Литве давно закрыты. С началом войны в Украине Литва закрыла свои границы и воздушное пространство для граждан России, которые отрезаны от Калининградской области. То есть Литва, обеспокоенная событиями на дороге Ханкенде-Лачин и якобы нарушением прав армянского населения Карабаха, сама нарушила права россиян на передвижение на свои законно признанные территории. И хотя дорога Лачин-Ханкенде полностью открыта для мирных граждан, то про территорию Литвы для россиян так не скажешь. И если это не блокировка, то что? Тем не менее, не прошло и 24 часов, как с подобным заявлением выступило внешнеполитическое ведомство Эстонии. В Таллине отметили, что продолжающаяся якобы блокада Лачинского коридора причиняет тяжелые страдания жителям Карабаха и пагубно сказывается на продолжающемся мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. В этом контексте МИД страны также пошел по пути Литвы и назвал этот регион не Карабахом, а Нагорным Карабахом. Отказываясь от всего советского, разрушая памятники, стирая архивы СССР, умалчивая этот период истории, Эстония, видимо, выбросила все карты, кроме тех, что были напечатаны как раз-таки во время СССР.
Подход этих стран должен быть объективным, основывающимся на фактах, на конкретных исторических реалиях и новой геополитической ситуации в регионе Южного Кавказа. Я думаю, что все это как раз является тем материалом, на который они должны основываться. В этом же заявлении Эстония призывала стороны придерживаться заявления от 9 ноября 2020 года и вернуться к мирным переговорам. Итак, с момента подписания трехсторонних соглашений, которые ознаменовали конец Второй Карабахской войны, прошел 771 день. И все эти дни ежедневно именно Армения нарушала пункты данного договора. Обстреливая азербайджанские позиции, вывозя природные богатства, сохраняя вооруженное бандформирование на суверенной территории Азербайджана, ежедневно она нарушала пункты, над которыми стояла подпись премьер-министра Никола Пашиняна. В Министерстве иностранных дел Азербайджана реакция не заставила себя долго ждать. Ведомстве отметили, что эти заявления – не что иное, как новая тенденция скрывать незаконную экономическую деятельность претензиями на человеческие страдания и предотвращать действия против противоправных деяний. МИД Азербайджана следует собрать видеоролик с проезжающими автомобилями на дороге Лачин-Ханкенди и распространять по всем международным каналам. Однако настроенные проармянские некоторые страны все еще продолжают читать сепаратистские телеграм-каналы, упорно не замечая открытую дорогу. Борьба с армянскими фейками, видимо, судьба Азербайджана. И если раньше эти фейки не носили опасный характер, то сейчас, руководствуясь ими, делают заявления целой страны. И это несмотря на то, что государственные деятели и чиновники за последние 2 года, приезжая в Азербайджан, выражали желание принимать участие в возрождении Карабаха. Что они там хотели восстанавливать, я не знаю, но в первую очередь им придется заняться восстановлением двусторонних отношений с Азербайджаном и, конечно же, над своей репутацией. Ну, Лидия, у меня на этом пока что все, и я передаю слово тебе. Большое спасибо, Мурат, за такой подробный анализ. А я напомню о причинах заявлений Министерства иностранных дел Литвы и Эстонии, которые основаны на фейковых сообщениях армянских СМИ, рассказал Мурат Ахундов. Наш выпуск. Армянская диаспора в России продолжает антиазербайджанскую пропаганду. Проармянские псевдоэксперты выступают со смехотворными угрозами в адрес Азербайджана. Подробнее в следующем материале. Ряд российских псевдоэкспертов и политиков продолжает озвучивать антиазербайджанские заявления. Они пытаются сформировать в России ложное мнение об Азербайджане, всячески искажая ситуацию с протестом экоактивистов в Карабахе. Подкупленные армянской диаспорой лица пытаются выдать мирную акцию за столкновение азербайджанцев и российского миротворческого контингента. Единственная же цель митингующих – это предотвращение незаконной и варварской добычи ископаемых на месторождениях в регионе. Политолог Сергей Марков уверен, необоснованные обвинения в адрес Азербайджана не служат интересам самой России. Армянской диаспорой создана огромная армянская система в России. Именно система, не только диаспора, потому что в нее входят такие и вполне русские люди, как Михаил Делягин, как Константин Затулин, Артем Шейнин с Первого канала. И эта система армянская, она финансируется очень активно и энергично. Финансируется она зачастую из российских же крупных корпораций, где сильно влияние вот этой армянской системы. Получается так, что эти высказывания, которые против российской политики, против Владимира Путина, против дружбы России и Азербайджана, они еще и финансируются изнутри России. Сергей Марков подчеркнул, что лица, допустившие провокационные заявления против Азербайджана, должны быть привлечены к ответственности. Напомним, ранее из МГИМО был уволен теперь уже бывший ведущий эксперт Центра военно-политических исследований этого университета Михаил Александров. Он публично выразил желание разбомбить Азербайджан, столицу страны и нефтепромыслы.
Марионеткой в руках армянской диаспоры России предпочел стать и заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук Российской Федерации Константин Сивков. Он пригрозил, что Россия скоро разберется с Азербайджаном, а пока ведет переговоры только по дипломатическим каналам. Проармянская российская пропаганда активно прибегает к языку ультиматумов и угроз посредством профессиональных провокаторов. Антиазербайджанские высказывания, типа тех, которые допустил Александров из ГИМО, совершенно недопустимы. И очень хорошо и правильно, что МГИМО уволило этого сотрудника. Но мы знаем, что есть много и других высказываний. Часть из них такие радикальные, так что российская власть вынуждена реагировать, как, например, российская власть реагировала на высказывание депутата Государственной Думы Михаила Делягина. Несмотря на то, что он депутат Государственной Думы, тем не менее, по сути дела, попал после этого в черные списки и перестал почти появляться на российских телеканалах. Политическое и экспертное сообщество России, где армянская диаспора пустила глубокие корни, позволяет себе высказывания, не снижающие, а увеличивающие напряженную ситуацию в регионе. Смехотворные обвинения в адрес Азербайджана также противоречат союзнической декларации, подписанной между Баку и Москвой. Политолог Сергей Марков уверен, фейки армянской пропаганды обречены на провал. А теперь переходим к новостям в экономике, и с ними нас ознакомит моя коллега Анастасия Панарина. Перед Государственным таможенным комитетом Азербайджана стоят новые цели, и таможенные органы в ближайшие годы должны строить свою работу, исходя из актуальных задач. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета, исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров на общественных обсуждениях на тему таможенной реформы, вызовы и возможности. Дискуссии, организованные при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Государственного таможенного комитета, Общественного совета и Национальной конфедерации предпринимателей. Шахин Багиров отметил необходимость повышения уровня прозрачности работы таможенных органов, обеспечения удовлетворенности субъектов бизнеса и граждан, а также стабильности доходов бюджета. Отдельно стоит задача создания и развития цифровой таможни. В свою очередь, председатель общественного совета при КОБИ Фархад Гарашев отметил, что подобные дискуссии продолжатся ради изучения трудностей, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства и укрепления государственного частного сотрудничества в этой сфере. Для достижения этих целей определен план работы комитета. Созданы рабочие группы по различным направлениям. Уверен, таможенная служба на высоком уровне организует обслуживание бизнеса, экономики и общества. По крайней мере, это повысит внимание к данной сфере. Другие цели – обеспечение таможенными органами удовлетворенности субъектов хозяйствования, граждан и должностных лиц, обеспечение стабильности таможенных платежей в поступлениях государственного бюджета, создание цифровой таможенной системы, реализация надежных правоохранительных мер. При условии сбалансированного управления таможенная служба обязательно достигнет этих целей. В ходе общественного обсуждения таможенной реформы «Вызовы и возможности» с участием 77 предпринимателей и 11 представителей таможенных органов были выслушаны предложения предпринимателей и трудности, с которыми они столкнулись. А представители соответствующих государственных структур ответили на вопросы предпринимателей. Также для решения проблем, возникающих при импортно-экспортных процессах предпринимателей и в целях развития их экономического потенциала, таможенные специалисты на месте ответили на все возникающие вопросы. Выступая на общественных обсуждениях, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов проинформировал присутствующих о предложениях и ожиданиях, полученных от предпринимателей и нацеленных на упрощение и усовершенствование таможенных процедур. Глава КОБИ предложил также организовать в стране работу складов с таможенным статусом.
Необходимо пересмотреть процедуры, чтобы сделать использование услуг зеленого коридора более доступным для малого и среднего бизнеса и поощрять их к этому. Упрощение доступа МСП к таможенным услугам является одним из наиболее важных вопросов. Если проблемы в их документах, предпринимателям приходится ожидать с грузом, пока проблема не будет решена. Это иногда может длиться днями или неделями. В этом смысле, с учетом международного опыта и ради недопущения простоя при ввозе и транзитной загрузке транспортных средств, можно предложить схему работы складов с таможенным статусом на территории страны. Первый контейнерный поезд в Европу по среднему коридору отправился накануне из Узбекистана. Грузовой состав следует по маршруту Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Болгария. Согласно информации национальной компании «Железные дороги Узбекистана», поезд состоит из 46 вагонов и 91 20-футового контейнера. Состав загружен медным концентратом с Алмалыкского горно-металлургического комбината. Ему предстоит преодолеть более 4000 километров. При этом в перевозках задействован также и морской транспорт. На самом деле, это требовало, в общем-то, требовали законы рынка, как бы с 1990-х годов. Задача или стратегическая цель диверсификации транспортных коридоров, торговых маршрутов всегда была, стояла на повестке дня во внешней политике Узбекистана, в его внешнеэкономических торговых ориентациях с целью выхода на мировые рынки. Просто в настоящее время эта проблематика еще более актуализировалась в связи с известными событиями на евразийском пространстве. Средний коридор, ранее известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы. Он начал функционировать в 2017 году. При этом, по словам эксперта, в настоящее время Узбекистан разрабатывает транспортные проекты и в южном направлении. Так что в будущем грузы, направляющиеся по среднему коридору, могут продолжить следование и по новым маршрутам. Идея диверсификации теперь ускорилась, то есть этой идее придается еще большую актуальность. Это не только европейское направление через Транскаспийский коридор и Транскавказский коридор, еще и в южном направлении ведется работа, то есть через территорию Афганистана. Узбекистан стремится также создавать новые транспортные коридоры, строить железную дорогу в направлении Индийского океана. Чтобы защитить домохозяйства и компании в странах Европейского Союза от шокирующих скачков цен на газ, таких как летом 2022 года, ЕС утвердил 19 декабря экстренную ограничительную меру – временный потолок цен. Ценовой предел установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час. Это около 2000 долларов за 1000 кубометров газа. Механизм регулирования цен вступает в силу с 15 февраля. Он будет срабатывать, когда цена на поставки газа на месяц вперед будет держаться на указанном уровне 3 дня подряд. После этого любые более дорогие сделки на срок от месяца до года вперед заключены быть не могут. Деактивация механизма будет происходить автоматически после возвращения цены газа на разрешенный уровень. Также ограничительные меры могут быть прекращены, если они окажутся неэффективными. Отметим, что споры о потолке цен на газ шли уже несколько месяцев. Здесь от всех нужна будет очень сильная воля к компромиссу, подтвердила утром 19 декабря еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. Данное соглашение четко свидетельствует о том, что Европа не готова платить за газ любую цену и что члены Европейского Союза в состоянии действовать сообща ради обеспечения своей энергетической безопасности. Отметим, что по сообщению агентства Bloomberg, Европа потеряла в общей сложности примерно 1 триллион долларов из-за энергетического кризиса. Аналитики агентства считают, что передышки от высоких цен не будет, а ситуация на рынке энергоносителей останется напряженной до 2026 года. 20 миллиардов 300 миллионов долларов США.
Так, Азиатский банк оценивает газовые доходы Азербайджана к 2036 году. Сценарий станет реальностью в условиях расширения газового месторождения Шах-Денис до 26 миллиардов кубических метров голубого топлива в год. Эта работа рассчитана на период с 2015 по 2033 годы. Дополнительные доходы Азербайджана от эксплуатации месторождения Шах-Денис прогнозируются на уровне 13 миллиардов 300 миллионов долларов США. Эти поступления предоставят стране больше финансовых возможностей для диверсификации экономики. Проект также обеспечивает новый источник энергоснабжения Европы, диверсифицируя ее энергорынок и укрепляя энергобезопасность континента. По данным АБР, совокупная добыча газа на месторождении Шах-Денис достигнет к 2042 году 489 миллиардов кубометров. В отчете говорится, что к 2023 году поставки из Азербайджана в Европу достигнут 12 миллиардов кубометров. Московская биржа планирует в 2023 году запустить на валютном рынке торги азербайджанским манатом, дирхамом ОАЭ и египетским фунтом. Об этом российским СМИ сообщил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. Было подчеркнуто, что смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемом торгов в долларах и евро стало ключевым трендом на валютном рынке. По данным биржи, доля операций с валютами так называемых дружественных стран в общем объеме спот-операций в ноябре составила 34% от общего объема. На начало года она составляла меньше 0,5%. При этом объем торгов юанем вырос в 41 раз, лирой в 17 раз, белорусским рублем в 110 раз, тенге в 13 раз. Доля доллара на спот-рынке сократилась в 2 раза, доля евро немного выросла. Они хотят открыть новые финансовые возможности и финансовые инструменты для привлекания инвестиций в российские или там для этих государственных там развития этих государственных экономики. Я думаю, что после открытия такого биржи, московской биржи счет маната, это будет привлекать азербайджанские бизнесмены, азербайджанские инвесторы поставить свои деньги на эти и капиталовложения на эти там облигации и торговаться с ними и с этим я думаю, что в будущем это тоже будет помогать там укреплению маната, азербайджанского маната тоже. Курс российского рубля стремительно снижается. Накануне он опустился до 7-месячного минимума. Национальная валюта России подешевела на 4,3% по отношению к доллару и почти на 4% по отношению к евро и юаню. По мнению аналитиков, ослабление курса рубля происходит на фоне опасений, что санкции в отношении российской нефти могут повлиять на экспортные доходы страны и, как следствие, росту дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе Европейский Союз согласовал 9-й пакет санкций против Москвы. В него включены 200 физических лиц, также запрещены инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Наряду с этим на утренних торгах российский рынок акций потерял порядка 2% по индексу Мосбиржи. Банк Англии предъявил публике банкноты с портретом нового монарха, короля Чарльза III. Ими начнут заменять купюры с портретом покойной Елизаветы II с середины 2024 года. Портрет нового монарха – это единственное изменение в дизайне банкнот, достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Лицо короля изображено на левой стороне купюр, а также в прозрачном окошке. По рекомендации королевского двора из соображений экологии и снижения финансовых издержек новые деньги будут заменять старые постепенно, по мере износа или увеличения спроса. Впрочем, износа придется ждать долго, потому что британские банкноты изготавливаются из пластика. Все это время купюры с портретами Елизаветы и Чарльза будут обращаться
параллельно. Сейчас в обороте находится около 4,5 миллиардов банкнот Банка Англии общим достоинством около 80 миллиардов фунтов стерлингов. Отметим, что в последние годы наличные банкноты и монеты довольно быстро уходят из повседневной жизни британцев, чему поспособствовали распространение бесконтактных банковских карточек и пандемия. Сейчас наличностью оплачивают примерно 14% покупок в стране, а к 2025 году, по прогнозам экономистов, доля покупок за наличные упадет до 10%. Город в Узбекистане Шахрисабз выбран туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2024 год. Такое решение принято 4-м совещанием министров туризма организации. Как говорится в сообщении пресс-службы ОАЭС, при выборе столицы с туризма были учтены такие факторы, как богатая история и культурное наследие Шахрисабза, его роль в развитии туризма на историческом шелковом пути и потенциал устойчивого развития отрасли. Ожидается, что в Шахрисабзе будет реализована отдельная программа по улучшению туристической инфраструктуры, наращиванию потенциала в экотуризме, этнотуризме и других направлениях. Планируется также провести мероприятие, которое продемонстрирует нематериальное наследие региона и повысит активность молодежи. Кроме того, министры ОАЭС приняли дорожную карту по содействию восстановлению и устойчивому развитию туризма после COVID-19 в регионе ОАЭС. Документ послужит общей основой для сотрудничества между государствами-членами организации. Членами ОАЭС сейчас являются Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Это были все новости экономики к этому часу. Лидия. Большое спасибо, Анастасия. Я напомню, о событиях в экономике рассказала моя коллега Анастасия Панарина. Это были все новости к этому часу. До встречи.